А вот наш лев самостоятельно купается в бассейне. Вместе с детками. В этом отеле много разных бассейнов для маленьких деток, туда вот дальше для больших взрослых людей. А вот дали Лёве мячик, и он уже стоит с шариком в бассейне. Здесь вот старший мальчик, он уже более самостоятельно купается. Вот так вот мальчик играет в бассейне с мячиком. А вон наш лев с шариком. Вот два мальчишка тоже купаются в бассейне самостоятельно, без родителей. Нет, ну конечно же родители на чеку, они рядом. Ротик не бери. Ой, птички полетели, и лев. Вот такие вот здесь, такие большие, огромные, высокие. А, пальмы. А под этими пальмами вот такой вот детский бассейн. И льву достался мячик. Лев еще немножко маленький. Он еще так свободно не бегает по бассейну. Вот, лев уже хочет выйти из бассейна. Вот так вот наш лев отдыхает в Доминиканской Республике. Заходите к нам в гости. И вы еще много узнаете и увидите об этом уникальном острове в Атлантическом океане. Всем пока!